Всем привет! С вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Все потому, что кто-то очень много ест. На Аляске завершился конкурс на самого толстого медведя. Лучше всех к зимней спячке подготовился медведь Отис. Его вес составил 635 килограмм. Медведь не только самый толстый, но и самый умный. Пока его сородичи ловили рыбу, Отис сидел и ждал, пока лосось подплывет к нему сам. Парфюм с запахом жженых волос? Илон Маск запустил собственный косметический бренд. И первым продуктом стали духи с запахом жженых волос. Если вы думаете, что это никто и никогда не купит, то вы ошибаетесь. В первые минуты продаж было раскуплено 10 тысяч бутыльков. Идея, конечно, необычная, но, может, лучше все-таки полет на Марс? Уползли туда, где прохладнее. Из Америки сбежал миллиард крабов. У берегов Аляски отменили зимний сезон ловли снежного краба. Вода у побережья стала слишком теплой для этого вида. Поэтому они собрали пожитки и рванули через границу, в Россию, что очень порадовало местных рыбаков. Украсть умную дверь невозможно. В Москве неизвестный снял и унес входную дверь квартиры. При этом другие ценные вещи остались нетронуты. Вот только дверь оказалась умнее своего похитителя. Система охраны и встроенные датчики движения выдали преступника полиции. Получается, переиграла и уничтожила. На этом все. Оставайтесь с нами. Всем пока!